И снова здравствуйте, всем привет! Blender 2.81 и вот такая информация по дороге. Нашел я ее на канале Blender for Back. Зайдите, посмотрите, или я вам могу в контактах скинуть ссылку на этот канал. Для мотоциклиста нужен асфальт. Давайте его делать. Семерка на нампаде. Теперь заходим. Жмем Delete на клавиатуре и заходим в Add, находим Mesh, находим план и немножко поработаем именно по оси X, вот этой вот красная ось, по ней будем тянуть, чтобы потом у вас не было казуса с асфальтом. Вытягиваем чуть-чуть, расширяем вот таким образом камеру и свет можно отключить, чтобы не мешались. Select Box, нажимаем на Edit Mode. И немножко лупкатов добавим. Так, один по центру. Заходим вот в эту панель снизу. Здесь ставим 6. Enter. Select Box. И немножко давайте все это дело подраскидаем. Выбираем именно ребра. Вот здесь вверху. И жмем. Давайте Move. Сюда вот так ставим, а это ребро ставим вот сюда. Это будут полосы трассы. Вот так все это делаем. Расставляем. Вот эту вот ставим вот сюда. А эту вот нужно именно по центру сделать потоньше. Вот так. Смотрим, чтобы полосы были одинаковые более-менее. Вот так вот. Ну, давайте еще лупкатов добавим. Посередине луп добавляем. Здесь ставим уже 7. Enter. Ну и щелчок снимаем выделение с Select Box. Это можно закрыть. Что теперь нужно? Заходим в Object Mode, вот этому плану добавляем материал новый, будет черный. Ставим цвет черный, и что ты тупишь у меня? Вот так вот. Чуть-чуть подтягиваем почернее, пусть чернявый будет, щелчок. И добавляем плюс новый материал, это жмем New, оставляем белый. Заходим теперь в Edit Mode. Так, Shift, Alt на ребро. Ставим полигоны. Выбираем Shift, Alt, левый щелчок мыши на вот это ребро. Жмете вот на это посередине маленькое. Так, а здесь уже через Shift выбираем вот эти вот разметку дороги. Ну и назначаем второй материал белый. Эсиген. И ставим вот эту вот рендер. Заходим в Object Mode. И добавляем эту курву, патч, курва и вот этот патч. Так, план пока можно отключить. Заходим теперь в Edit Mode. И вот такая курвочка. Вот так она выглядит. Ну и немножко ее можно, ну, G, немножко вот так вот повилять. Вот так. Выбираем вершину, жмем E и погнали вот так делать трассу E95. Знак симметрии. Знак золотого сечения пусть будет. Так, включаем теперь видимость плана. Object Mode, выбираем план, делаем его, ну пусть таким и остается, наверное. Так. Ну пусть пошире будет. Чуть по S поставим вот так вот.
Ну а теперь нам нужны будут модификаторы. Заходим в Add модификаторы, находим Array модификатор и находим модификатор курвы. Так, курву на асфальт привязать к курве. Заходим в модификатор курв, выбираем NurTeps. Вот асфальт привязался. И теперь в Array надо поставить, размножить вот это асфальт. Это дело сделано. Теперь что можно сделать? Отключаем план, переключаемся на Noobs. Выбираем теперь курсор и ставим где-то вот тут его. И жмем Object Set Original и жмем Origin to Center of Mask. Select Box. Находим теперь камеру, включаем ее. Вот ее теперь видно. Выделяем ее и жмем S. Большая она нам не нужна. Смотрим, как она выглядит. Так, ну еще немножко S поменьше. Вот так. И привязываем ее именно к центру вот этому. Shift S. Selected to cursor. Вот где теперь у нас камера. И нужно ее поднастроить. Ротация. Ставим 90. Enter. А здесь ставим минус 90. Enter. Так. Семерка на нампаде. Включим план асфальт. Ну и теперь R. Ротация. Можно вот так вот поставить. Смотрим 0 на нампаде. Жмем G. Низковато стоит 0 на нампаде. И немножко ее нужно поднять. Ноль на нампаде. Жмем G. Ноль на нампаде. И ноль на нампаде. Смотрим теперь сверху. Выбираем камеру и немножко ее корректируем вот так вот. R. Смотрим, чтобы она стояла более-менее ровно. Не кривилась. 0 на нампаде. Ну и немножко G. Вот так вот можно сделать. Ну и запускаем ее. Запустить не получается, потому что она у нас еще не привязана к курве. Заходим теперь 0 на нампаде. План отключаем. И нужно нажать Shift и на курву. Жмем Ctrl-P и жмем Follow Patch. Так, камера ушла. Выбираем теперь вот эту камеру. И пробуем настроить. Ставим опять 90. Здесь ставим, вот здесь ставим 0. Enter. Здесь ставим. Смотрим, как она сейчас будет работать. Немножко ползунком можно вот так ее покрутить, вернуть на трассу. Вот так. Немножко вот так. И ставим ровненько вот так. R английское выравниваем. Еще немножко подгадываем 0 на нампаде. Включаем видимость дороги. Ну и смотрим. Немножко нужно ее подровнять. 0 на нампаде. Возвращаем ее назад на первый кадр. Ну и немножко вот сюда ее. Так. И немножко R, чтобы смотрела на курву. 0. G. Так, R.
Ну и поехали. Не хочет она немножко кататься. Подгадываем вот таким вот образом. Здесь ставим 0. Ну, поехали. Вот она едет в другую сторону. Надо это все дело исправить. Так. 0 на нампаде. Переключаемся на NURBS. Заходим в настройки и находим патч вот этот. Ставим, допустим, 250. Enter. Смотрим 0 на нампаде. Вот теперь вперед поехала. Вот теперь зашибись. Вот можно теперь мотоциклиста ставить, типа впереди мотоцикл. И вот он будет теперь колесить шикарно по трассе. Ну вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.